Ирина Пивоварова всю жизнь прожила рядом со сквером первых космонавтов. Рассказывает, для местных жителей это общественное пространство всегда было излюбленным местом для прогулок и отдыха. Но постепенно становилось очевидно, что сквер нуждается в обновлении. В этом году локацию благоустроили за счет средств городского бюджета. Наши просьбы какие-то, наши желания, чаяния выполнены. Ну просто здесь замечательно. Уходить отсюда не хочется. Хочется приходить гулять. С внучкой я буду приходить сюда гулять. На велосипеде, там на всем, детям кататься. Просто стало отлично. Спасибо большое за этот ремонт. Сквер первых космонавтов получил свое название в 2014 году. В центре фонтан из тематической мозаичной композиции. Его реконструировали в 2021. В этом году в сквере полностью обновили покрытие, привели в порядок зеленые насаждения, высадили цветы, установили новые лавочки, урны, элементы уличного освещения. Открытие сквера первых космонавтов решили приурочить ко дню пожилого человека. На импровизированной сцене в сквере выступили артисты, прозвучали поздравления от представителей администрации железнодорожного района. Мы всегда, каждый год, чествуем наших людей серебряного возраста, благодарим их за активную позицию, за их взгляды, за их требования к тому, чтобы все было вокруг благоустроено, чисто, красиво, аккуратно. И сегодня мы будем особых активистов поздравлять, награждать, дарить памятные подарки. Сквер первых космонавтов станет площадкой для проведения различных культурно-массовых и патриотических мероприятий. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.